Спонсор прогнозу погоди – Гінговіт. Головний захисник судин та мозку від старіння. Гарне здоров'я – гарний настрій. Спонсор показу прогнозу погоди – препарат Т-12 – гербіцид суцільної дії. З бур'яном нелегка праця. Допоможе Т-12. Наши новые встречи. В эфире прогноз погоды. Чем порадует нас природа в субботу 21 апреля? Вы узнаете в течение следующих нескольких минут. С вами я, Николай Диденко, и мы начинаем. Итак, субботний день в большей степени, как уверяют специалисты, выдастся погожим, с многочисленными прояснениями. Однако все же в некоторых городах вновь умоются дождями. При этом средняя дневная температура воздуха по стране плюс 19 градусов. Далее детальнее о погоде в каждом из украинских регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 7 до 22 градусов тепла. Облака, которые зайдут еще ночью, то и дело будут расходиться и вновь собираться над регионом. Но осадков они с собой не принесут. На юге страны термометры в течение суток покажут от 5 до 19 градусов со знаком плюс. В середине дня южный небосвод обещает быть ясным, но до и после полудня здесь предвещается переменная облачность и вместе с тем отсутствие каких-либо осадков. Ежегодно в третью субботу апреля отмечается необыкновенно веселый праздник – Международный день цирка. Он учрежден не только для того, чтобы показать цирковому сообществу во всем его великолепии, но и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые. И снова о прогнозах. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 6-23 градусов выше нуля. Ночь, утро и день в регионе пройдут под чистым небом, но ближе к вечеру над Ровно, Львовом и Ивано-Франковском появятся небольшие облака. Во Львове после заката пройдет дождь. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до плюс 6 градусов, а максимальная дневная достигнет 22 градусов. Вместе с переменной облачностью, которая будет преобладать в регионе в течение целых суток. В суммах и вечерние часы ожидается пасмурный небосвод и небольшой дождь. Чудесный день ожидается и в восточном регионе. Правда, дождевые тучи все же посетят ненадолго Луганскую область. Термометры на востоке в течение суток покажут от 5 до 21 градуса выше нуля. Партнер прогнозу погоды – Гінговіт. Гарне здоров'я і гарний настрій. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть 6-7 градусов тепла. Днем прогнозируется 17-18 градусов, также со знаком плюс. В Луганске и Алчевске суббота начнется с ночного дождя. Но на рассвете серые тучи оставят область, и во всех ее городах воцарится переменная облачность. Вечер в областном центре также в Северодонецке вовсе обещает быть ясным. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 6 до 8 градусов выше нуля. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 15 и 18 градусов. В Донецке и Славянске небольшие облака предвидятся с ночи и до заката, а вот после их след простынет. В Мариуполе они задержатся на целые сутки. 21 апреля отмечается День астрономии. В это время тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев проводят множество интересных мероприятий, которые направлены на повышение осведомленности общественности о самой науке и нашей прекрасной Вселенной. Возможно, вам также будет интересно узнать что-то новое о далеких далях. Ну а пока вновь о насущном, о погоде в Днепропетровской области. Здесь после полуночи ожидается от 5 до 8 градусов тепла, а в дневное время от 19 до 21. Ясное небо предвидится в утренние и вечерние часы в Павлограде, также в обед в областном центре. Остальное время над областью повсеместно будет парить легкие облака. Спонсор показу прогнозу погоди – препарат Т-12 – гербіцид суцільної дії. З бур'яном нелегка праця, а допоможе Т-12. І напоследок о прогнозах синоптиків для столиці України. При суточній температурі воздуха от 7 до 22 градусів тепла в Києві будуть присутствовать небольші облака. Утро в місті і вовсе видасться ясним, осадків в цей день здесь не предвидиться. Це була вся інформація касательно прогнозів метеорологів на суботу 21 апреля. Пусть ваш день будет наполнен радостью и теплом, любви, искренности и счастья вам. До встречи в нашей студии.
ідеальні поля без бур'янів? Думаєте, це фантастика? З бур'яном нелегка праця. Допоможе Т-12. Гінговіт – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії. Гінговіт в великій концентрації містить екстракт гінгобілоби, яка підвищує еластичність кровоносних судин, розріджує кров, чистить лімфу, підтримує серце та покращує розумову активність у будь-якому віці. Про наявність гінговіту в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном